Всем привет! Сегодня мы рассмотрим пример работы с мастером извлечения данных. Итак, приступим. Переходим в студию. Создаем новый проект и запускаем браузер. Действия робота будут начинаться с подключения к запущенному браузеру. Используем активность запустить Google Chrome. Выбираем способ подключения к браузеру. Далее указываем заголовок страницы, к которой требуется подключиться. И переменную, куда будет помещен используемый браузер. Следующим шагом будет получение интересующих нас данных. Для этого будем использовать мастер извлечения данных. Следуя инструкциям мастера, указываем нужные нам элементы. Извлекаем структурированные данные в рамках одного блока. Выбираем нужный нам элемент и следующим шагом выбираем такой же. Запишем имя столбца с текстом. Есть также возможность сохранять ссылки, но в нашем случае этого не требуется. Теперь добавим связанные данные. В свойствах активности извлечь данные укажем браузер, в котором проводим наши операции. Как видите, мастер сформировал отдельную активность и прописал все необходимые параметры. Заполним ими переменные, в которых будет записана наша таблица. Далее выведем нашу информацию в окне сообщения. Для этого мы сначала преобразуем таблицу в строку с помощью соответствующей активности таблицы в виде строки. В ее свойствах мы пропишем имя переменной, которая сохранит результат преобразования. Перейдем к активности окно сообщения. В ее свойствах выберем в поле «Текст» переменную с нашими данными. Запишем в итоге нашу таблицу в Excel-файл. Для этого будем использовать активность «Заполнить диапазон ячеек». Укажем путь к файлу. Все готово? Давайте проверим. Как видите, робот считал данные и вывел их в окно сообщения. Также робот считал данные и записал их в Excel-файл. Давайте посмотрим, что в нем содержится.
все отлично выполнилось. На этом все. Всем пока.